Я Людмила Крыжановская, кандидат в депутаты от нашей партии по округу номер 8 Флорежского района. Пятый год я являюсь частью команды Рената Усатова. Каждый день я общаюсь с жителями района и вижу, как нашу страну поглощает бедность, бесправие, неуверенность в завтрашнем дне. Я наблюдаю, как эти социальные явления гонят людей прочь из родной страны. С болью в сердце замечаю, как опустели улицы Флореж и других городов Молдовы. Самое страшное, что чувствую свою невостребованность и отсутствие перспектив, уезжают наши дети. Я мама 4-кратного чемпиона мира по русскому бильярду и абсолютного чемпиона Молдовы в этом виде спорта. Мои сыновья неоднократно завоевывали эти громкие титулы для нашей страны, но ни разу не удостаивались элементарного человеческого внимания со стороны государства. Вместо того, чтобы ценить нашу молодежь, власть вынуждает их покидать страну. И самое обидное, что в нынешней ситуации данный процесс необратим. Уверена, что наступил час сделать решительный шаг против этой чудовищной деградации, в которую втянул Молдову правящий криминальный режим. 24 февраля голосуем за нашу партию. Это реальный исторический шанс на лучшее будущее, на новую, благополучную и процветающую Молдову. Я верю, Молдова будет свободной!